Что дает канал на Ютубе? Стоит ли овчинка выделки? Здравствуйте! На связи канал Бизнес Ютуб. Это видео я хочу адресовать тем, у кого еще нет канала, и вы находитесь в раздумьях, а нужен ли он вообще? Действительно, что дает канал на Ютубе? Стоит ли прилагать усилия для его создания, разбираться в SEO оптимизации, настройках канала? Стоит ли овчинка выделки? Лично я убеждена, что стоит. Почему? Я уже упоминала в одном из своих видео о том, насколько YouTube крупный и востребованный сайт. 4 миллиарда просмотров ежедневно. Вторая крупнейшая поисковая система. Но давайте разберем наглядно. Возьмем один из запросов, вводимых в поисковик. Для примера беру тему своего канала «Бизнес в YouTube». 3286 показов в месяц. То есть примерно 110 человек ежедневно ищет информацию на эту тему. Это нам показывает Wordstat. Так почему бы им не получить ее от вас? Зайдем в Google поисковик и введем этот же запрос. Что мы видим? Google предлагает нам 127 миллионов ответов. И среди них в выдаче на первой странице на четвертом месте один из моих роликов, опубликованных в Google+. Пусть не все 110 человек ежедневно будут заходить и смотреть именно мой контент, но вероятность того, что часть из них зайдет, очень высока. Рассмотрим другой пример. Теперь обратимся мы к YouTube-поисковику. Введем запрос YouTube для бизнеса. 102 тысячи роликов на эту тему предлагает YouTube. И опять-таки в выдаче на первой странице есть мой ролик. А вот еще один пример с другим моим каналом на тему здорового питания. По запросу «Как очистить кишечник в домашних условиях» предлагается 8330 ответов YouTube. В третьем выдаче я вижу свой ролик. Ну что, смогла ли я вас убедить в том, что YouTube действительно мощнейший инструмент? Главное – уметь им правильно пользоваться. Так что дерзайте, творите и притворяйте свои мечты в жизнь. Главное – не останавливаться, и тогда у вас точно все получится. Ну а если вам понадобится моя помощь, вы всегда можете со мной связаться. Все мои контакты есть под этим видео. До новых встреч!